Сегодня на ударной стройке трансконтинентального газопровода, который свяжет Ямбурское месторождение с центром страны, гости. Сюда, в таежную глубинку, на перевалы Уральских гор, где трудится бригада сварщиков, которой руководит герой социалистического труда Иван Миронович Давиденко, приехали семиклассники Челябинской школы номер 30. Ребята несколько лет дружат и соревнуются с прославленной бригадой земляков. Лучшие в учебе, они приехали к лучшим на трассе. Это не просто знакомство с будущей профессией. Это и серьезный разговор о том, как найти свое место в жизни, каким должен быть рабочий человек. Так важно для ребят прикоснуться к большому настоящему делу, увидеть собственными глазами, как вершится судьба страны. И наверняка заметный след в ребячей судьбе оставит этот день дружбы на великой стройке пятилетки.